Привет! В этом видео вы узнаете, как сделать морскую звезду из бумаги своими руками. Возьмите квадратный лист бумаги, например, 21 на 21 сантиметр. Сделайте складку по диагонали. Разверните и переверните на другую сторону. Сейчас поднимите нижний уголок к верхнему, но складку не делайте, а легонько прижмите по центру. Где-то по 2-3 сантиметра с каждой стороны диагонали. Видите, вот такая должна быть линия у вас. Возьмите нижний угол и поднимите его не к этой складочке, а чуть ниже, где-то на 1 сантиметр. И прогладьте здесь складку. Вот так вот. Теперь поднимите нижний уголок, который был слева, к верхнему углу. Зафиксируйте. И с левой стороны прогладьте. Тоже складочка будет неполная, не до конца. Вот обратите внимание, какая она должна быть. Вот так вот. Вот эта складка. Такая должна быть у вас. Если вы сделали что-то неправильно, перемотайте и сделайте еще раз. Заново. Так, поднимите правый уголок. Видите, здесь по центру. Пройдите складочку. Видите, складка будет немножко под другим углом. Не по вот этой линии сгиба нижнего угла, а чуть-чуть отличаться будет. Но она будет идти снизу до центра. Так, согните по центру. Обратите внимание, как это надо было сделать. Теперь верхний угол пустите к низу. Зафиксируйте пальчиком и сделайте еще одну складку. Вот, а слева вы можете видеть, какая у вас морская звезда получится в конце. Так, загните вот так вот. Теперь с правой стороны аккуратно поднимаем уголки и вот так аккуратненько делаем складочку, проглаживаем. И точно так же сделайте с другой стороны. По центру старайтесь, чтобы складочки были у вас ровно, чтобы морскую звезду не перекосило. Также не бойтесь делать морскую звезду второй, третий раз. С каждым разом ваша морская звезда будет все лучше и лучше получаться. Так, теперь верхний угол к низу. Видите, вот тут такая заготовка очень похожа на бабочку будет. Поднимаем уголок кверху. Аккуратненько, чтобы не порвать. Аккуратно прижимаем и фиксируем эту новую складку. Так, прогладили. Переворачиваем на другую сторону. Вот что у вас должно быть. Если у вас отличается, перемотайте назад и сделайте заново. Так, здесь складку зафиксировали новую. Теперь будем делать под углом. Смотрите. Так вот, ровненько прижимаем вот здесь. И аккуратно пальчиком. Видите, под углом такая выемка будет у нас. Так. И теперь это вогнем. Как бы спрячем по этим складочкам. Оно будет спрятано у нас сейчас. Таким образом это делаем. Все. Вот что у вас должно быть сейчас. Хорошо, прогладьте все складочки. А теперь будет мелкая работа. В центре вот этот участочек пополам. Сгибаем угол пополам. То есть пригнули. И такая маленькая-маленькая складочка. Она, кстати, очень важна. Сделайте ее вот таким образом. Отогните по центру. По этой линии вправо
зафиксируйте. И сейчас ставьте два пальца. Хорошо фиксируйте. И здесь должен быть такой треугольник, получается. Аккуратненько. Постарайтесь, чтобы у вас хорошо получился этот треугольничек. Прогладьте, зафиксируйте. Так, это важная деталь для морской звезды будет. Переверните на другую сторону. Отгибаем верхний уголок. Так, вот эту деталь пригните к низу. Зафиксируйте новую складку аккуратно. И теперь вот эти выступающие кусочки также загните. Вот таким образом. Ничего сложного, думаю, эту морскую звезду делать легко. Ну, не знаю, ли начинающий сможет сделать. Главное, повторяйте все инструкции, и у вас получится хорошая, красивая морская звезда. Так, переворачиваем на другую сторону, и сейчас мы будем делать складку книжка. Пополам согнули, аккуратно, и фиксируем новую складку. Зафиксировали, развернули, и точно так же с другой стороны. То есть у нас получится такой как бы крест из двух складок. Зафиксировали, раскрываем, поправьте здесь все. Так, прижимаем пальцем, и видите, с правой стороны складываем. Как бы ромбиком получается у нас. Так, и теперь с левой стороны. Аккуратно все прогладьте. Постарайтесь хорошо зафиксировать все складки, чтобы у вас сложилась такая фигура очень правильно. Зафиксируйте. И вот что у вас должно быть. Видите, 5 должно быть острых углов получается. Теперь сделаем как будто воздушный змей, такие складки. Сгибаем под углом аккуратно и проглаживаем, фиксируем складку. Точно так же с другой стороны делаем. Проглаживаем. И сейчас нам нужно будет по этим складочкам вогнуть в середину такие участки по два треугольника. Так, хорошо разглаживаем вот таким образом. Делаем еще раз, будто воздушный змей складываем. Делаем такую складочку с правой стороны. Можем сразу загнуть по этим новым складкам участки. Кстати, если у вас есть какие-то идеи по поводу улучшения видео, напишите об этом в комментариях. Будет интересно узнать ваше мнение и ваши идеи. Точно так же сделали складку и загнули и зафиксировали. Это четвертая складочка была. И повторяем пятый раз с оставшимся участком будущей морской звезды. И аккуратно загнем по этим линиям в середину. Внутрь. Пальчиками фиксируем, все хорошо. Вот таким образом у нас получилась такая заготовка. Видите, 5 должно быть у вас кончиков, 5 лучиков будущей морской звезды. Оригами морская звезда. А теперь аккуратно делаем таким образом. Поднимаем один лучик и вот так фиксируем.
Я чуть дальше покажу более детально. Сейчас повторяем с другим лучом. Видите, снизу подпираем пальчиком и делаем такой изгиб снизу. Не переживайтесь, если у вас что-то не получается. Как правило, первая морская звезда, она может быть немножко перекошена. Ничего страшного. Можете потренироваться на черновой какой-то бумаге, потом сделать уже из более красивой бумаги вот такие морские звезды оригами. Как видите, повторяем с третьим лучиком. Подняли его и зафиксировали вот так складку. Смотрите, вот должны быть вот такие вот складки долина. Видите, вот под таким углом у нас получается. И здесь точно такая же. Видите? И здесь. То есть мы уже сделали три таких складочки. Нужно еще найти другие два оставшихся луча. И точно так же. Видите, снизу подпираем пальцем, а сверху делаем такой изгиб, как будто как носик Буратино, можно сказать. Похоже. И хорошо фиксируем. Видите, вот такие складочки должны быть получаться. Так, и найдите еще последнюю, пятую. Хвостик или луч звезды будущий. И согните вот таким образом. Так, видите, все. Есть складки. Поднимите теперь все пять, чтобы они были уже подняты вверх. Так, хорошо фиксируйте, чтобы у вас ничего не порвалось и правильно согнулось. И пятый луч звездочки. Или даже если морская звезда, это пятая нога морской звезды будет. Видите, вот даже сейчас она уже как бы начала принимать очертания будущей морской звезды. Аккуратно расплющиваем, надавливайте на эти вот ножки морской звезды. Аккуратно. Видите, у нас 5 перегородок. И пальцем начинаем вдавливать эти перегородки. Делаем как будто вот, помните, на полях рисовали такие из пшеницы рисунки когда-то, и наподобие такого же способа, метода мы пригибаем эти перегородки. Аккуратненько, как бы старайтесь закрутить. Кстати, здесь чем тоньше вы возьмете бумагу для морской звезды, тем в этом моменте вам будет легче. Я в видео сейчас использую плотность бумаги стандартная для принтера 80 грамм на сантиметр квадратный. Поэтому тут немножко плохо сгибается. Видите, сверху из более тонкой специальной бумаги для оригами, там 70 грамм на метр квадратный, по-моему. Там лучше намного получается согнуть такую центровую конструкцию. Вот такие морские звезды из бумаги. А это в центре, видите, у вас должно быть вот такое получаться. Если вы смогли сделать такую морскую звезду оригами из бумаги, то напишите мне об этом в комментарии под видео. Например, я смог или я смогла сделать такую морскую звезду. Потому что интересно, сколько действительно человек смогли сделать такую красивую поделку из бумаги. Надеюсь, вам не трудно это сделать. Также поставьте палец вверх этому видео. Нажмите подписаться, если вы еще не подписались на канал. Модульное оригами не только. Ударьте в колокол, чтобы получать уведомления о выходе новых видео и не пропустить их. Также поделитесь ссылкой на видео с друзьями. И выберите здесь социальную сеть, в которой вы зарегистрированы.
Если вы сделали такую морскую звезду из бумаги, то сфотографируйте ее и поделитесь фото в социальных сетях с тегом «Модульная оригами» и не только. И также можете посмотреть другие наши видео по ссылочкам на экране.